Йоуса, всем салют, ребятки, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на альбом Anacondas «Перезвони мне». Давайте заценим, я как бы хочу позвонить сначала на этот номер, я думаю, вы уже звонили, знаете, но я не знаю, если честно, что за фигня, может там что-то прикольное, либо он просто недоступен. Ну, это первый трек, наверное. Yo, what's up? Салам алейкум, check it out. Понятно. Короче, ничего не понятно. Клуб рай какой-то, неплохо. Так, 16 треков. Один из которых мы слушали. Сядь мне на лицо, совместка с Кис-Кис. Попала в альбом, прикольно. Вот, ладно, давайте не будем тянуть и заценим. Тут первый трек. Когда-нибудь нас будут обожать толпы красивых, ликующих, потных людей. Будут клубы, отсудим имя, лейблы, сытый процент. Мы на пиво так, Илья не налегал. Когда-нибудь хочешь там идти искать ставки на спорт, изи, поправки в конституцию. Сделаю в лучшем виде, что либералы тут не доебутся. Ну, такой забавный трючок. Размышления, типа, если они самый популярный. Клуб рай какой-то. Может, это как-то связано с ними, фиг знает. Но пока все нравится. Те же Анакондас. Такой какой-то попсовый типа припевчик. Но тема, конечно. Крутой момент. Класс. Попсовый припев. Хочется прям напевать его тоже. Запоминается легко. Можно даже клип на эту песню фигачить. Нормально зайдет. Сос. Такая забавная тема вообще. Как ни крутись, у нас не выйдет избежать всех бед. Если надо, сам поставлю уколы себе. Загляни в меня поглубже, гастроэнтеролог. Мы усвоили еще души, мои виски с колой. Ой, ну-ка мясо давай. Прям. Так, идем дальше. Уходи. Мы стали далеки, будто кровные враги. Наши виды отношения давно зашли в тупик. Забирай свой трепет, отправляйся к ебеня. Эти 20 лет порядком приподцепли меня. Уходи, забирай с собой всех своих друзей, всех своих детей, всю свою броню, всю свою хуйню. Пока ты еще не красный. Когда твой курит, пока все, давай, пока.
как круто все-таки Аз эвуалировали известную тему. Круто. Вообще очень крутой трек. Очень понравилось. Пора бы уйти уже кому-то. Передавай привет. Окей. Передаю привет всему Казахстану. Салам алейкум. Также хочу передать привет Анакондас. Вы крутые. Классно, мне нравится то, что они сбавляют, какая-то спокойная тема начинается для речитатива. Немного не понял вообще. О, она еще не кончилась. Девочка плачет, сердце разбито, и, наверное, каждый все это знакомо. Дай нам заработать на твоих гормонах. Девочке страшно и одиноко. Девочка на вождение, девочка хайп, девочка пиздец, как девочка любит сравнение. Девочка, я ждал, когда скажут. Яркие стикеры, наборы заплаты, клише. Я пожалею, тебе тяжелее, дыра в душе. Возьми и попробуй, склей за шею. Делать нечего сзади. Мерч, афиши концертов на сайте anacondas.ru. Девочка, плачь. Очередная забавная песня с крутым моментом. Все, больше по сути нечего сказать. Просто слушаю, наслаждаюсь песнями. Что-то интересное. Дождь. Наверное, сейчас будут без страдания. Из окна самолета мой город похож на слоеный пирог. Заветренный старый сухой мне достался не лучший кусок. Дождь, ну и пусть, очередной нарезаю круг. Я пью, пока не напьюсь, я живу, пока не умру. Это прям вот когда все плохо, слушать эту песню и улыбаться идти как дурак. В киоске свежая пресса. Свежая пресса на завтра опять обещает в столице плохую погоду. 22 июня 41 года. Чё себе, я что-то не выкупил, наверное. Почему именно он эту дату выбрал? Свесив ноги, сидим на крыше. И втыкаем в розовый закат. За нами следят. Время мерцающий, спутник не дремлет в ночи. Мы с тобой весь мир по кругу излазим. Пусть я и не верю, что он шарообразен. Будем по самым отдаленным шарить мы районам. Я так долго подбирал пароли ID, чтобы проникнуть в твою зону 51. И крепко взявшись за руки, в чем родила мать. Убедимся, что нет прослушки. Есть прослушка. Конспирологическая песня. Куча теорий заговора. Про адренохром, интересно, говорили, нет? Что? Все началось в далеком 41-м. Где-то в недрах тайных катакомб Ананерва. В горах Тибета откопали древние скрижали. Такое чувство, как будто отсылочки тут. И все, что видел по дороге, смог зарисовать. И тут опять же 41-й был. Вот, отсылочки я имел в виду про старые какие-то их песни. Мы все смотрели клип. Стою один, наивный, в отчаянии.
Прикольно, прикольно. По музыке, по текстам особо ничего говорить не буду, потому что мне все нравится. Я давний слушатель Анакондас. Так, стоп. What the fuck? Легкий, самый лайтовый, наверное, трек здесь. Ну, такой простенький, веселенький какой-то тречок, добрый. Так, ну пока мне больше всего понравились серым. Сос, уходи. Вообще, самый топ, наверное. Выпускной. Чей всех заебет своим тигротским рэпом. Вино в пакетах отберет строгий поддатый препод. Скорее бы завтра, пока мы мешаем водку с водкой. Заиграл нокдаун. Стало грустно что-то. А если я завтра умру, ты вспомнишь про наш выпускной. И пусть тебя лапал физрук. Откуда пятерки в году? Пытаюсь понять просто, ну, сама мелодия, походу, похоже, нет на Don't Speak. Ну, про Лапал Физрук они угадали, конечно. Вот недавно только видосы были, то, что Физрук домогался до школьниц. Соляк красивый. Но я думал, тут все-таки будет какая-то отсылочка прям на Don't Speak. Я современный мыслитель, подлинно знаю все, что вам нужно. Если грустите, то не грустите. Хотите покушать, сходите покушать. Там хуи, хуями, хуи погоняют. Перематывай нахуй. Жестко, жестко. Классная фразочка. Так переключили нас на его тему. Момент. Неплохо тоже. Этот на втором будет. Круто, и тему экологии затронули. В петлю. Классное начало. Классная гитара. Как читера, по сути сама. Все прочитано, вся написана. Не хочу вылезать из него. Не было бы так грустно, было бы смешно. Мои молитвы все больше похожи на трэш. Так, зачитался я последний трек. Что вы делали в этой жизни? Что-то серьезное, походу. Динозавр умер не за нас. Дикобрист умер не за нас. Что бы мы ни делали в этой жизни, живыми нам не уйти.
классно. Мне тут нравится музло, прям вообще очень круто. Жду прям сейчас мясо. Круто. Еще один крутой трек, который больше всего понравился. Но он будет на третьем, так и быть, вместе. Так, альбом Anacondas. Я в основном молчал, ничего не говорил. Просто слушал, наслаждался. Вот. Что я хотел сказать? Все те же, по сути, Anacondas. Ироничные, затрагивающие какие-то темы. И, ну, на злобу дня, короче, все есть. Тут и про политику, и экологию, и личное. Вот. Обо всем насущном, короче, они читали, пели песни. Вот это все, в принципе, присутствует. По музыке у меня такое чувство, как будто больше рока стало. То есть, как будто они чуть больше зашли в рок-звучание. На некоторых треках прям вообще очень-очень круто отжигали. Классно, оригинально все, интересно звучит. Я не знаю, я лично доволен всем. Очень понравился фит с Заточкой. Классная тема. «Сядь мне на лицо» я и так кайфовал, слушал эту песню. Плюс, ну, я уже сказал, в принципе, которые мне зашли больше всего. «Уходи», «Смертница», «Уходи», «Метафизика», «Что бы мы ни делали в этой жизни». Это вот прям топ-3, наверное. И все остальные там уже чуть-чуть ниже, короче. Вот, что еще сказать? Много треков, но у них, по-моему, было уже что-то такое, какой-то альбом с кучей треков. Слишком много, я, конечно, сам как бы против этого. Тут можно было бы какие-то не вставлять. «Девочка, деньги», допустим, «Передавай привет», я вообще не вкурил. Я по-любому тут в какие-то темы вообще не въехал, не понял, что они хотели сказать в «Дожде», там, почему этот тема 41-го года, еще и в каком «За нами следят», по-моему, тоже это было. Вот. Надо будет еще текст посмотреть и прослушать, но в любом случае я буду все это дело слушать, потому что это очень круто было. Вот. Все на этом. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал, ссылочки в описании. Спасибо всем за внимание, всем пока. Check it out.